Как часто мысленно с теми людьми, самыми близкими, как они, где они? И старый парк по новой теряет листья. Я от поля по Садовой до моря в своем Балтийске. Продолжаем путеводитель про Балтийск. И здесь встретился еще нам один довольно-таки знакомый молодой человек. Тот самый, который поднял меня ровно 13 раз. Но сегодня, Вань, не будем, да, уже поднимать. Хватит да. Поднимать. Сегодня был день военно-морского флота. Ты, судя по всему, тоже участвовал в параде, вот на этом своем катере. Не, мне не дали поучаствовать, меня выгнали, да. В Балтийске что круче, перемещаться пешком или лучше вот взять, купить себе такой катер? Ну, я считаю, жить на воде и не иметь водного транспорта как минимум глупо. Вот рычажочек. Рычажочек. Он же коробка передач. Нажимаем как на автомате, делаем движение. Я не ездил на автомате никогда. Делаем. Я могу вот так вот, я только. О, поехали. Прикинь, она едет. Смотри, там маленького не раздавит. Ты скупаешься? Легко. Ты залетаешь, потом жестко я за тобой. Лайт стриптиз? Все, давай, мы это замажем. Все, Вань, что, давай, пока тогда. Что началось-то? А что такое? Как нужно праздновать День военно-морского флота? Это встреча друзей, так скажем, понимаешь, как сюда. Вот день воздушно-десантный войск, да, вот насколько даже нам, морякам, так сказать, так понятно, это бухалово какое-то. Расплескалась синева. У нас такого нету, да. Всегда есть такие четкие ребята, которые местные могут подойти там. Наоборот, только уважение, и, скажем, да, просит кто-то там сфотографироваться. Мне кажется, даже я понимаю, почему уважение. Вот, собственно, уважение сейчас выглядит вот так. Все друг друга поздравляют, обнимаются. Давайте обнимемся, мужики. Конечно, мужики. Все, с праздником, мужики. С праздником. Какой сегодня день? Воскресенье. Сегодня международный день воскресенья, да? Да, день воскресенья. Сами с Балтийска, ребят? Нет, мы с Ханты-Мансийского автономного округа. Ого! С какой целью вы приехали? Какие-то секретные объекты наши посмотреть, да? Естественно, мы внедряемся в военную организацию и шпионим. Только в России может быть, что шпионы русские, что-то хочет узнать у русских. Куда можно сходить молодежи в Балтийске? Куда вы ходили? Только на море. Завтра на море и послезавтра на море. В воскресенье нужно на море сходить. Да. В субботу тоже на море были. А что вы не загорели? Вы на море ходите и не загорели? Только приехали, только 2 дня здесь. Вот по нему видно, что он не 2 дня здесь. Я на работе загорел. А где ты работаешь? На севере работаю. В Нефтеюганске. Не приезжайте на север. Наслаждайтесь своим морем. Не уезжайте никогда. Балтийск форева. Самые гостеприимные люди живут в Ханты-Мансийске. Не приезжайте. Все, ребят, пока, с праздником. Окей, Гуревск! О, нифига себе! Че, здорово, узнал реально нас? Конечно, ты. Как у тебя дела? У меня все окей, у тебя как? Гуревск у тебя дела? Нет, ты че? Советск, Ростов. Где здесь можно прогуляться? Какие ты места советуешь прям? Елизавета вам! А по другим девушкам ходил? А, годил. Только по Елизавете, нет? Вот и негодяй. Для тех, кто нас узнает, ты нас узнал. Именные наклейки, окей, Гуревск, прикольные. Вот. Мы тебе ее сейчас подарим, но есть одно условие, нужно ее прям сразу же наклеить куда-нибудь. Давай нам вот сюда. Давай. Пипец, я... Все. Честно, вот тебя мечтал увидеть. Все. Я Калининградского облака вообще люблю. Теперь не к чему стремиться будет. Стремиться победить. Все, с победой. Вы сами с Балтийска? Нет, мы вообще не отсюда. А откуда вы конкретно? С Новосибирска. Новосибирск? А что вы здесь делаете? Приехали посмотреть Европу. Вы думаете, что вы в Европе, да? Сегодня, знаете, какой праздник здесь? Какой праздник? А, День военно-морского флота. Вот как вы его собираетесь праздновать? Да никак. Ты сразу купила янтарь, да, судя по всему? У тебя в ушах янтарь? Нет. Это не янтарь? Нет. Купишь янтарь? Нет. Почему? Зачем? Тоже, на самом деле, не знаю, зачем янтарь покупать. Все, хорошее настроение вам. С праздником, отмечайте как-нибудь. Какой праздник сегодня? День военно-морского флота. Как ты предлагаешь его культурно отпраздновать? Приехать на парад. Угу. Ты приехала на парад? Опоздала. Ты сама из Балтийска? Нет. Откуда? С Казахстана. С Казахстана? Да черт возьми, мы хотя бы одного местного сегодня найдем. Передаю привет Казахстану. Можешь как поэнергичнее чуть? Я болею, блин. Передаю привет Казахстану. А что, флаг русский? Так получилось. Все, с праздником, девчонки. С праздником. Все, очень интересно с вами пообщались. Спасибо. Здорово, здорово. Как дела? Подождите, не уходите, ребят. Что вы делаете? Мы просто развлекаемся, гуляем. Что вы эти, как его, руферы или как их называют? Пранкеры, планкеры эти? Нет, мы ниндзя. Ниндзя? Ниндзя. Вы из Балтийска? Да, Балтийск. О, балтийский ниндзя. Давайте ставим какую-нибудь позу, как балтийский ниндзя.
Сегодня какой праздник? Сегодня день ВМФ. Как вы его отмечаете? С военными разговариваем, вообще жизненные люди. Какую самую жизненную ситуацию они тебе рассказали? Хоть прикол, шутку военную? Ну то, что один из них чуть ли не утопил корабль. Весело, да? Очень весело. Утопил корабль, на нем были люди, они чуть не погибли, да? Да, вообще. Ниндзя, все. Мы из Алтая. Алтай? Алтай, класс. Экологический край. Лучше, чем Балтийск. Да. Мы снимаем про город Балтийск. Супер вообще город. Гостеприимный, люди вообще классные. Да. Не убирай микрофон, мы сейчас... Мы туда будем тарахтеть, подожди. Знаете, какой праздник сегодня? ВМФ. Служили? Ну, конечно. Где служили? Я служил. День. Вернемся на камеру. Давай, короче, день железнодорожника. Обычно на праздник люди пьют и все. А как праздновать культурно день ВМФ? Как культурно? Видно, что вы культурно празднуете. Как вы празднуете? Мы вот так делаем. Самое главное, не грамм алкоголя. Зачем алкоголь? Не, алкоголь вообще не нужен. Ребятишкам раздаем там. Чупа-чупсы там, знаешь. Петушки там. Да. Петушки, да. А девочкам раздаете ли? Балтийские девочки, у вас вообще огонь. Я скажу название проекта, и вы после этого так сделаете. Сделаем? Давайте. Нет. Что вы мое эбало? Было на всех видео. Красавчики, ребята. А есть что? Это был проект «Окей, Гурьевск», путеводитель по городам. Балтийск – самый западный город. Всех еще раз с днем военно-морского флота. Это было очень классно. Друзья, пока. Подписывайтесь на канал.